Добрый вечер, большая страна, и особенно доброй ночи всем тем, кто, будучи на Дальнем Востоке, отложил сон на второй план и включил лучшую лигу мира. Большими силами озарения мяча. Ты знаешь, пока у нас начинается матч, Владимир Сельдяков дает стартовый свисток. Тоже через какие только стадии своей карьеры здесь не прошел. Хороший перевод нету вне игры. Тимошенко, можно сейчас решить падение, и it's a penalty. Вот отсюда, мне кажется, будет видно. Ну, тоненько. Но ему и здесь хорошо. Разбег, удар и сугробище! Владимир Сугробов, я ошибся, я исправил. Голдобину дальше пас дает. Голдобин, ой, неплохо. Куль есть перед ним ворота. Можно стрелять, и от штанги мяч за пределы поля улетает. Еще один очень хороший момент у Родины. Успевает Иваньков здесь. Гордюшенко, еще один заброс. Мягчайший удар, перекладина. Добить не получится здесь. Тимошенко не успеет. И нужно снова заходить. Почему бы не попробовать пробить или вот так сыграть. Гордюшенко, удар здесь нужен. Выбрасывается Иваньков, скидка. И мяч у Родины остается довести до удара. Какой гол! Через себя! Мамма мия, Иван Тимошенко! Фантастика какая! 1-0! Иван Тимошенко через себя забивает гол! Почти час футбола мы с вами посмотрели, и он начинает становиться все более и более интересным. Гилоян выскакивает, падение нет! Пенальти, пенальти! Да, все выпали. Казалось, уже что нет. Илья Петров, разбег, удар, 1-1, отвечает хабаровская команда достаточно оперативно. Видя в нем того именно центрального полузащитника, который ему стал нужен. И Дмитриев был одним из игроков основы. Айдаров 2-1, мяч в воротах! Мяч в воротах, и снова хабаровская команда выходит вперед. Совершенно верно. Ну что, наблюдаем опаснейший штрафной в исполнении Родины. Подача, скидка, и Сугробов! Сугробов словно услышал, что Сергей Курманов про него говорит. Дальше вот так летит, Айдаров здесь успеет. И финальный свисток, 2-1.